Caravan or raider? Что? Рейдер я или караванчик? Ну ни то, ни другое. Вообще-то я псих-одиночка. Ага, могу зайти, только нельзя палить. И могу торговать сколько хочу. Прекрасно. Ты прикинь, нас двух отморозков сюда пустили. А что будет, если сделать другой выбор? Короче, та же фигня, рынок для тебя открыт, можешь заходить. И опять заходи, мне что, полнота харизмы придает? Короче, выбор разный, а результат один. Как у нас на выборах прямо. Так, посмотрим, что тут есть. Опа, дилер, наверное. Ну что, препараты-то будем продавать, ты ж теперь завязки. What's up, bro? Hey. Да, день хороший, а мое варево сделает его еще лучше. Это у меня отличный товар. Я его лично сам на кострике сварил. Хватит задавать тупые вопросы. Бери давай, пока я не передумал. Ты что, мозги мне путаешь? Да я тебе сам сейчас их вынесу. Кейт, ты против? Ну ладно, пусть живет. Вау, да на этой штуке можно в космос улететь. Это хреновина надувная, что ли? Или из пенопласта? Нет, это же нанотехнологии будущего. Эй, кроссворд, осторожней! Рано тебе еще на металлолом! Это типа намек, что пора под пресс? А кто у нас парашюта в поселении будет чистить? Ух ты, зал боксерский. А гантелек-то сколько? Короче, я все реквизирую, мне надо качаться. Жирком я тут с мальца заплыл, поэтому мне нужна сушка. Ой. Все, я понял, ребят. Оно как-то само на автомате укралось. Эй, братишка, допьешь, бутылочки не выбрасывай. Привет, народ, можно я подсяду? Эй, ты зачем сразу в стойку встала? Я же просто подсел, без всякого умысла. Здорово, пацаны, че, отдыхаем? Я тут к вам подсяду. Ребят, вы уже наклюкались, что ли? Да как так-то? Ведь пить-то уметь надо. Подсяду-ка я лучше к вашей подружке. Но мой персонаж все равно садится к этим двум алкашам, наверное, его с ними что-то роднит. Воу, напугался что ли? Да ты не боись. Воу, наверное, хочет мне пятюню дать. Добро пожаловать в кафе Джо с Локом. Могу я угостить вас чашечкой горячего кофе за счет заведения? Ну это всегда пожалуйста. Ну тогда угощайтесь. Только мы работаем в режиме самообслуживания. Знаешь, позади тебя на плакате какой-то хрен с дырочкой. Хочешь, такая же будет сейчас в твоей башке? И судя по тому, что у тебя отсутствует один глаз, ты уже кому-то кофе так предлагал. Что это там такое плавает? Металлическое ведро. Странный какой-то здесь металл, он почему-то не тонет. А этот кроссворд вообще был создан в другом измерении. Ну-ка давай, малыш, покажи свой лучший трюк. Его горящий пукан даже под водой не гаснет. Кошмар какой! Ты, наверное, очень долго сидел на этом стуле, и произошла диффузия твоей задницы в этот стул. А потом за счет вращения земли, движения литосферных плит и какой-то хери тебя развернуло на 180 градусов. Хорошо устроился. Удобно. А что если... Ну вот, теперь у меня будет личный писарь, который будет всегда со мной. Жаль только, что большое тело всегда поглощает маленькое. Ты куда? Я только начал привыкать к новому образу. Это что, водитель автобуса? И что у него со ступнями? Наверное, кто-то пытался по-быстрому ботинки с него снять. А в воздухе висит, наверное, потому что лаганул во время аварии. Ну вот, вроде теперь все на своих местах. Отравленное вино берем, люстру тоже. Не знаю зачем, потом разберемся. Опа, это ты как-то? Пайпер, тебе удобно сидеть? А научи меня так делать, только без читов, смс и регистрации, а? Наверное, мне сначала придется скинуть 50 килограмм. Опять там Пайпер с кем-то перестреливается. В душе она, похоже, не журналист, а боевик.
Черт, чувак тонет, нужно помочь ему. Так, надо, наверное, веревку бросить. А может, для начала спасательный круг? Ой, утонул. Да, спасать утопающих не мой конек. Мой конек – избавлять от мучений. А ты что делаешь? Ты зачем эту воду пьешь? Почему они не сделали так? Для того, чтобы попить из ручья, нужно было удерживать кнопку. Эй, ты куда поплыл? Я еще не забрал лут. Ну вот, теперь можешь плыть куда захочешь. Эй, привет. Итак, у нас новый гость. Ничего не говори, но как же мне хочется выйти отсюда. Продолжай работать в таком же духе, и ты вылетишь отсюда очень скоро, ты уж мне поверь. Обязательно попробуй, ведь снаружи тебя ждет масса приключений, смерть, рейдеры, убийства. Жить будешь как в раю. Кажется, я начинаю понимать, почему вы много работаете, но у вас здесь все равно все разваливается. Сейчас посмотрим, как она будет пол нести. Эй, ты там живая? Во, пошло дело. Че, все что ли? Перекур. Она, наверное, ждет, когда пыль вернется на то место, где она ее только что смела. Молодцы, вас ждет успех. Что это там за черт из земли торчит? Подопытный кротокрыс из убежища 81 решил, наверное, сходу в землю забуриться, но не рассчитал и сломал себе шею. Думал, что он сплинтер, а оказался просто крыса. Сдохни, сдохни же, поганый крыс! Эй, ты куда пропал? Я еще с тобой не закончил. Эй, ты зачем читы подрубил, дурик? Хорошо, у меня есть специально для тебя одно очень действенное средство. Ну-ка, попробуй, малыш. Изи. Эй, Пайпер, не пугай меня. Мне кажется, что ты задумала что-то нехорошее. Эй, ты что делаешь? Ты что, хочешь сделать себе плоские пальчики? Плоскими пальцами плохо будет на машинке печатать. А ты чё вылупился? Давай не отвлекайся, у тебя вон снова там пыль скопилась. Вот, сейчас деревьев насадим, будете тут как в раю жить. Ты-то чего стоишь тут, смотришь? А ну-ка иди сорняки дергай. Ты куда пошел? Офигел что ли? А ну-ка иди грядки полоть. Бегом. Так. Тебе ведь сам генерал приказал. Что такое? Кто там молотком колотит? Престон, ты что, дурак что ли? Эй, братишка, это же логово рейдеров. Что, пособить им решил? Так ведь, чувак, мы ведь их только что грохнули, это им уже не пригодится. Хватит работать, Престон. Знаешь, есть такая поговорка. Если хочется работать, ляг поспи и все пройдет. Давай, мужик, расслабься. Пошли лучше грохнем кого-нибудь. Глянь-ка. Уродцы вышли на прогулку. Не то время и не то место, ребята. Сейчас будет ловля на живца. А ну давай сюда, членистоногие. Вот это я понимаю, охота. Эй, мужик, ты как? Дойдешь? Может, тебе стимулятор дать? Это еще что за слоумо? Или это ты так выделываешься? Типа, смотри, как я с простреленной ногой умею. Да давай уже быстрее домой беги. Тебя же там вкусное бухло ждет. Эй, дружище, спасибо за просмотр. Не стесняйся, оставляй свой комментарий. Если понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. А это был 4-й Fallout, а у микрофона Идуген. Всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!